Какая красота, тишина, только Днепр тихонько шелестит своими водами. Так и хочется сказать словами Николая Гоголя. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина. И чудится, будто весь вылет он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога без меры в ширину и без конца длину реет и вьется по зеленому миру. Именно в водах Днепра в 988 году князь Владимир окрестил Киевскую Русь. В ее водах были крещены киевляне и сам князь. Из века в век, из года в год несет Днепр свои воды. Ну а я говорю вам пока, пока и до новых встреч в наших новых видео.